что Жожа наркоман, который говорит, что он не наркоман. Я, кстати, ни разу в жизни не встречала наркомана, который говорит, что он не наркоман. Обычно они все такие, да, я наркоман, да, я зависим, я не могу бросить в любой момент. Ну вот, обычно наркоманы, которые вот плотно сидят, они прям вообще голову пеплом посыпают, говорят, что нет, я никогда с этим не справлюсь, я не смогу. Да-да. Для тех, кто не понял вообще, о чем я, он завел как-то стрим, где рассказывал, типа, про все наркотики, которые он употреблял. Это вот оттуда я узнала, что, блядь, кодеиновый сироп, оказывается, у нас теперь наркотики. Оказывается, блядь, люди пьют, сука, кодеиновые сиропы от кашля, чтобы приход какой-то заиметь. Когда про ГТФБЕ слили, что она типа шары дует, и все такие, бля, давайте гнать на нее и насмехаться над ним. А тут как бы Жожа такой, типа, да, я наркоман, короче. И все такие, бедняжка. Блин, жалко пацана, добрячка.